Хей-йоу, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение Nordic Ashes. Так, ну и чё, снова берем нашу имбищу бабу, бабку, или возьмем милишника, попробуем. Остальные-то закрыты. Давайте попробуем сегодня милишником. Так, и выбрать оружие молот. А ей можно выбирать? А ей можно выбирать тоже. Но книга звезд у нее прям вообще супер-мега крутяк. Лучница, ну, не надо. Так, давай. Ничего у тебя там не появилось? Продолжить. И новая локация. Пока приключение. И сложность ставим. Ну, эксперт куда? Сложность ставим. Да, наверное, ее легкую хотя бы пройти. Получить семена 10 тысяч. У меня 216. Так, а где обменивать-то эти семена? Ну-ка, иди-ка сюда. Показать листья. А, не то. Сбросить. Вот, обменять. Это мы сейчас их нафигачим тут. О, теперь можно и это брать. Три листка. В конце волны боссов 0% опыта на земле будет автоматически собрано. Давай. 10% опыта будет собрано. Ну, мало. Маловато как-то. Так, ну надо притягивание предметов и притягивание опыта. Больше. Вот это качаем. Раз. Два. Три. И количество опыта. Да, давай еще раз. Все, один остался, его куда-то впихать. Некуда впихать. Тут 5. О, вот сюда, 5 золота в начале. Все. Так, воин. Просто меня что-то пугает. Тут плюс 75. Враги сильнее. Орды элитные, боссы наносят больше урона. А здесь? Да все то же самое. О, сразу хилка. Нужен сразу уровень. О. Так, молот, надо больше снарядов раскачивать его. Урон, длительность. Перезарядка быстрее, давай. Область больше. Наряд плюс один. Нужен левел еще. Так, что тут можно собирать? Сразу снаряд бери. Все, ништяк. А, это вот так работает? Это что за фигня? Ты что, блин, дурак или что? Ух, блин, тупорылый баран-то, а? Прям ко мне полетел. Область, длительность. Перебросим. Урон, давай. Снаряд, блин, левел нужен. Ну, чё-то меня уже изнасиловали, мальца. Во, снаряд. Перезарядка, эпично, хорошо, и урон. То, что надо. Ну что-то они мне не дают прям вот пройти туда, куда я хочу. Не пускают. Блин, ты... Какой он дебильный, а? Со своим вот этим перелетом. Три левела. Как раз. Область и снаряд. Но тут можно махнуть, чтобы больше снарядов было. Он прям херачил как надо. Господи, кое-как сломал. Что это? Не знаю, что-то. А, новый уровень дало. Нет, не знаю. Там вон золото валяется. Это что? Плюс 25 золота за 3 уровня?
Наверное, мне это не очень сейчас надо. Хотя, может быть, и надо. Левел-то как набирается, да? Смотрите, откуда он хватает предметы. Ну, вернее, опыт, откуда он хватает, прям издалека. Давайте 25 монет мы сейчас заберем. Все, ничего страшного. Пойдемте дальше рушить все. Забрал. О, усиление атаки. И что-то качать. Так. Нормально пойдет, в принципе, я думаю. Давай. И тоже пойдет. Это последний раз. 5R. Область. Хотелось бы, может, перезарядку? Пятнадцать секунд здесь продержаться. Подпаленные враги, что-то там, зачем-то там. Неудобно. Ой, взрыватели пошли какие-то. Бери. Взял, молодец, красавчик. Так, ну давай. Не хватает пока, да? Опять эта детина вылезла. Золото собрал, пошли хилку брать. Иначе сейчас конец наступит быстро. Отравил? Отравил. Ой, вон нужна. Нужна вон та штука. Вот ее бы надо было сразу брать. Я, может, столько урона не получил бы уже. Улучшаем. Улучшаем, во-первых, его и вот так. И еще и вот так. Каждая атака оставляет за собой огненный след с вероятностью ожога. Каждая атака выбрасывает 3 ударные волны. Конечно, 3 ударные волны. О чем может быть вообще речь? Вот, и сам пусть фигачит, как хочет, да? Отвали. Ну? Первое дело сделано. Пусто. 100 врагов убить, говорят. Убьем. Да чё ж ты туда-то не вдарил ни разу. Почти все. Но это опять этот посох. Черепа эти. Левел 5. Но он дебильный. До босса еще долго, сейчас элитки пойдут. Мне бы хилочку найти бы. Или вообще здоровье увеличить как-нибудь бы. Не хват... Ай, ты чё, гад, офигел? Ты меня вообще не должен был трогать. Забирай листок. Листков много не бывает. Ну вот, подпаленные враги имеют шанс бросить огненный шар. Да, то есть это... Якобы надо было мне в эту играть. Но тут я знаю, что у него есть ботинки. Он будет лужи оставлять. Элитный. О, маг, маг. Она тебе маг. Вот и все. Ай! Блин, врезался во что-то. Хилку дай. Не дают хилку. Срочно хилка надо. Так, погнали к алтарю. Увеличение урона. Чуть опять не вдарили. Тут листья. Листок. Забрать. Дерево. Бери урон. Ого. Я его даже не заметил. А чё, ульту надо мне брать тоже. Сколько? 16R уже у меня. Так, вот. Сапоги. Оставлять огненный след. Урон от ожога. Сюда.
и на ультимейт. Раз, урон и область, неплохо. Можно даже два раза его брать сейчас. Давай, давай, давай. А дальше и скорость атаки, и длительность. Мама Флагермус. Ох, мама Флагермус. Ох, ты сейчас отлетишь, я думаю. Эй. Она меня шотнула. Ну, блин, я слишком много урона она получала, да? Перезапуск. Не повезло с этим говном, который я потом подбирал. Так, сразу идем сюда. Сразу берем три этих. Тройной выстрел. Уровень есть. Улучшай. Перезарядку. Еще перезарядку. Слабовато, но давай. Три ударных волны. Дальше. Еще перезарядку. Область. Поменяем. Давай снаряд. Ага, не хватает уже. Элитный черт. Блин, ударил. Подлец, а? Убей, убей, убей. Все. Вынес его. Молодец. Снаряды. Вот только сейчас плюс 2 стало. Урон. Длительность. Перезарядка, область. Урон, длительность. Не очень уже. Слишком мало снарядов. Три Р тебе надо. Небо падает молния. Давай возьмем. Элитный. Убить сразу. Нефиг на него пялиться. 4 Р. Скорость перезарядки увеличит? Не знаю, что-то увеличило. Зато смотрите, какая дальность у нее. Но может, она как раз длительность увеличила. Она длительность увеличила. Так, вон какой-то камень. Молнии фигачат как надо сейчас. Пилок нету нифига. Дальше. Не надо вот сейчас, надо перерол. Снаряды, хорошо. Область, длительность. Перерол. Урон, область. Так, восстановил здоровье. 5 монет. Время действия за каждое зеленое что-то там. Так. А, за каждое зеленое сердце. А как добывать эти зеленые сердца? Синие я находил, а так, чтобы зеленые. Тут листок должен быть. Нет? Элитный? Сейчас полетит. Не долетит. 15 секунд. Палка. Урон и скорость атаки. Блин, молнии-то как хорошо херачат, да? Палку взял. Погнали нафиг отсюда. Пошли золото соберем, наверное. Так, что, еще раз перероливаем его? Вот, снаряды, длительность. Длительность, дальность. Давай. И снаряды, и урон. Вот то, что надо. Все, 5R. Вообще идеально. Вон какая дальность. Офигевшая просто. Что надо? Просто взять, если призывать врага, есть шанс, что молния ударит что-то вновь. Отвали. Это золотишко собрать, это забрать. Это у нас ХП увеличивает.
Ну, кайф же. Вообще по кайфу собрался. Ой, ты что такой жирный? То, что надо урон повышать. Что-то я куда-то уже не туда побежал. Эти же жирные ни с одной тычки уже не убиваются. Так, вот она. Шахта. Забрали бабки. Это скоро элитные будут. Бомбер. Мана, хилка. Юзай. Чем больше золота, тем лучше. Уже дофигища золота. А, 18. Да, 25 это я в прошлый раз собрал. Тут еще 2. R можно улучшать. Последний раз. 8 снарядов. И дальше потихонечку идти в эту сторону. Ожоги. Так, если не управлять, чтобы он сам стрелял. О, элитный. Сейчас отлетит. Синее сердце получил. На боссе сейчас активируем этот алтарь еще раз. Можно, конечно, и до босса. Чуть не вдарил, блин, скотина. Так, золотишко. Элитный. Вижу, приближается отсюда. Сдох. Давай супер-мега артефакт. А, это улучшает. Молнию улучшить. Железный молот. Длительность. Область. Еще больше длительность. Давай молнию. Пусть посильнее бьет. Все, остается только дождаться босса. Юзануть ее. Монетки. Мамочка, я так не понял, как она меня в прошлый раз убила. Поэтому сейчас повнимательнее. Активируйте близко сокращение 3 раза. Ну, блин, уберись. Вот она улетела. Вот она полетела. Вот так, наверное, и убила. Да? Дрянь тупая. Да это изи, чё. Я забыл, что вообще дэш в игре присутствует. О! Умеет что-то еще делать. Все, сдохло. Достигните царства Гноки. Свар-Тальхейм. Хорошо. Куча новых уровней. Хватит стрелять. Это забирай. Пока его некуда. У меня даже ульты нет. Ой, еще один. Вероятность 5% вероятность эффекта. Мгновенное использование. 2% крит. Мгновенное использование. Навсегда, что ли? Одержит обычную награду. Уменьшает получаемый вами урон на половину сердца. Минимальный урон, который вы можете получить, составляет половину сердца. И еще один посох. Посох уже есть. Зачем еще один? Этот мы заберем. Шлем. А вот это я не понял. Вероятность эффекта. Какого? А, это на посох. А это куда? Руну. Шанс крита. Расходный материал. Я себе увеличил сейчас шанс крита. 4 монеты осталось. Нефиг тут ловить больше. Так. Усилить. Усилить. И ультимейт. Перезарядка и область. Если переролить.
скорость атаки, длительность. Длительность меня устраивает. И урон бы. О, еще раз. Скорость атаки и длительность. Ну, скорость атаки, она и урон же увеличит. А на перезарядку никак нельзя сделать? Область. Да лучше уж вот так. Пусть побольше область будет. И длительность подольше, да? И сюда же мы сделаем этот. А, его нельзя сюда? Камень. А что, еще раз можно? А, можно еще раз. Да нафиг тогда. Теперь и поджигать еще будет. Ульта появилась, поехали. О-о-о-о. Горите, сволочи. Офигеть. 35 секунд. Полученный урон увеличивается на половину сердца. Урон плюс 50. Но. А то, что у меня максимальный... Ой, то, что у меня снижает урон, это оно будет как-то работать? Или сейчас опять целое сердце урон будет? Да ну возьмем, больше урона. Значит, ко мне меньше кто подойдет. Забрали. Пойдем к камню. Надо вот перед собой дорожку защищать. Мне тупо вниз. Дерево соберем. Еще дерево соберем. 5R надо, да? На лук. Плюс снаряды. Не лук, а снаряды для всего. На этом еще накопим быстренько. Ой, элитка летит. Черт. Да, пол сердца. Две элитки. Она меня закружила, твою ж налево. Я не могу бегать. Это гребаная мышь. Слушайте, так долго еще и так и сдохнуть-то можно. Я ее и не видел просто, что она там подкралась. Тварь тупая. Давай, левел мне, быстро. Все. Блин, взяли все эти у меня, поснимали синие сердца. Ну, уроды. Все из-за этой мыши дебильной. Еще плюс снаряд. Ништяк. Алтарь. Пилочки пока не надо отбросить. Я лучше вот эту лечащую оставлю. Не надо меня взрывать. А тут что-то и взять уже нечего больше. Когда там элитный? Еще не скоро. Ну, слушайте, я так нормально зачищаю их. Да, их сейчас типа дофига стало. Пойдемте алтарь юзанем. Монетку. Дерево. О, народу подоспело сколько. Сколько? 7R уже набрал. Тут качать нечего больше. А здесь 10 надо. Сейчас элитки пойдут. Алтарь можно еще раз юзать. Юзаем. Что они вот-вот уже появятся. Надо на мини-карту. Вот они. От,
Так, отгоняй его. Блин, ну ударил, ударил. Молодец, ударил. Красавчик. Еще один шакал меня вдарил. Где второй, я его не вижу. Здесь где-то вот. Че здесь шатаешься, скотина? Отъехал. Пилку. Так, гоу, золотую шахту. Цепанем. Вот этих говнарей перебить тут. Так, может ты автоматом будешь стрелять, чтобы не я в тебя не стрелял, а ты сам? Не пойдет. Самому надо. Он не стреляет туда, куда мне надо. Это, кстати, хилка. А это тогда что? Может это взрывы? О, мышь, крыса эта гребаная. И ты опять? Блин, как я их так не замечаю постоянно. Крысу убить. Золото забрать. Еще золото забрать. Босс, идем к бафу. Вы меня задолбали. Нет, это выстрелы, блин. Не то, что я думал. R у меня есть, блин. Бери. Раз. ХП где-нибудь есть? Отталкивать врагов в начале. Берсерк, да? Увеличит наносимый урон на 2,5 каждый раз, когда вы получаете урон от любого источника. Не на время, а просто увеличивает. Так давай. И просто увеличивает урон. Но надо взять... Так, давай, меч бери на раз. И топор бери. Пусть будут. Скорость атаки. Все, нифига не хватает. Блин, что-то отгоняют. Чернокнижник. Где он есть? Он уже тут создал зоны. Вот он, блин. А на тебе, деть. Ты сам, наверное, это понимаешь? Да, длительность огонь. Все, он умер. Нифига, сколько длительность ульты. Капец. Естественно, ему хана сразу наступил. Куда тебя использовать, если на ульту нельзя? Сюда третий нельзя. Либо меч. Рубить мечом в направлении ближайшего врага. Можно оставить меч. Бросайте топоры, которые вращаются и поражают врагов. Но его надо сначала улучшить. Посмотрим, что здесь. Каждая атака увеличивает 10% области. Как это понимать? Ну вот и посмотрим, как это понимать. Перезарядку, чтобы быстрее рубил. Скорость атаки, снаряды. Урон, чтобы сильнее рубил. Снаряды, чтобы больше рубил. Все. Так, ХП берем, конечно. Красный контейнер здоровья. А вот бумеранг, который возвращается к своему владельцу. Нужен ли он мне? Скорость атаки увеличить. Скорость перемещения. Ну вот я медленный так-то. Так, ну давай, наверное, поменяем. Может, ХП выпадет. Кинжал и камень. Урон плюс один. Но это фигня. Кинжалы, мечи вращаются вокруг вас. А еще раз поменять 5 стоит, да? А это что, 12? А у меня нет 12. Плюс 25% перезарядка. А можно мне такую? Но мне чуть-чуть не хватает. Вероятность эффекта. Или просто сокровище. Редкую награду. Давай-ка. Перезарядка плюс 20% посоха. Так, перезарядка плюс 20%, да, для топора. Для топора? Блин, надо было на мечи брать, раз я мечи качал. Мне же показал, что это молот сначала. Только потом понял, что я, блин, наделал. Тут уже элитный. Но здесь продержаться и все. Стреляй, блин! Мразоту эту! Во! Продержаться и финальный босс. Давай, бери сразу баф, а то ковыряют. Они жирные, блин. Можно ультовать.
Золото можно забирать. Ой, сколько монет тут. Ой, сколько монет тут. Так, давай-ка проредим вот эту вот площадочку здесь. О, летит. Летит, говно. Чё летишь-то? А? 500 чуваков тут убить? Убьем. Подрубаем ультимейт. И пилим их просто. Давай, мышь. Ай, попала по мне, блин, я прям в нее бьюсь. Ну как этим управлять? Тварь тупая. Все, прекратилось. Синее сердце в итоге сожрало у меня. Что это такое было? Стеклянный какой-то таймер. Нажмите Tab, чтобы посмотреть. Он предоставляет 50% перезарядки. Если вы получаете урон, он сломается. И нахер он мне был нужен? Мне синее сердце было дороже. А, ну теперь вообще без перезарядки практически. Еще элитка идет, но мне надо к алтарю. Элитка не с той стороны, блин, прется. Кто там? А, там маг. Вот, алтарь берем. Длительность. Где маг-то? 10 секунд до этого. До ультимейта. Это надо отворачиваться на мини-карту, чтобы увидеть гребаного мага. Ты чё, тварь? Так, погодите, тут босс будет еще. Еще элитный. Пошел ты. Сколько? 12 уровней взял уже. Мечи давай. До конца добиваем их. Перезарядка, еще быстрее. И область дальше. Давай, урон, давай. И снаряды. 5R нужно. Вон они бьют как. Ну стоп. С молотом ничего не сравнится. Ничего не сравнится с молотом. Да ты что, не умираешь-то? Дамага уже не хватает мальца. Вон летит, придурочный. Че летишь-то, блин? Мечами поковыряли его мальца. Умирай. Умер. Молодец. Золото валяется. Так, гоу к этому. Ульта есть. Теперь же до босса, наверное. Хотя до босса она еще раз успеет восстановиться. Золото возьмем здесь сейчас. И назад к этой. Через них, через всех. О, ну давай, ладно, уговорили. Уговорила ты меня. Вдарил кто-то. Еще кто-то. Ну, потому что я их уже не пробиваю, блин. Вот они меня и бьют. Длительность бери. О, они ходят, машут сразу. Заранее замахиваются. Пол хп. И тут еще вот есть пол хп. Еще пол хп. Хорошо. 15R. Так, давай. Топоры. Скорость бега нигде нет. Молния на окружающих. Вот, скорость перемещения есть же. Полезнее будет, чем это. Чем пока топоры. Опа. Неожиданно ускорился. Все, ты умер. Дай что-нибудь вот топовое. Урон плюс 3. О, молот, перезарядка, давай. А, не будет босса. Ну, как я и говорил, сейчас мы к нему телепортируемся туда. Но сначала... Скорость снаряда, да, наверное, не очень. Обычная награда. Крит. Скорость перемещения. 30 монет у меня. А тут что, разве что все забрать? А, ну вот же есть чувак. Скорость перемещения, крит, длительность. Вероятность эффекта. Сюда идти.
Синдри. Брок. Они вдвоем еще и друзей позвали. Но, блин, ребята. Вы нечестно играете. Вот мне и пригодится скорость бега. Так. Блин, а? Косяк. Ну, свет погасил, подлец. А так-то у них уже пол хп нету, а у меня ульта уже есть. Да, ты можешь что угодно делать, вы уже покойники. Ай, блин, больно что-то. Ты что, офигел? Убери свои гребаные топоры, покойник. Все. Так-то у меня пол сердца осталось. Я чуть не помер сейчас. Листочки и пройдите режим... игру в режиме такая-то, такая-то. Сложность эксперта разблокирована. Топор Синдри. Двойной меч. Йотунхейм. Открыли. Главное это здоровье. И танчи, их танчи, танчи. Сейчас он мне понравился даже больше, чем бабка мне понравилась. Вот она бы с ними сейчас настрадалась, конечно. Но он второй левел взял. Вот что это за левел? Так, ну и чё, быстро мы как-то прошли, да? Игдрасиль. Это бонус с босса, но дорого стоит. 7. Очень дорого. Увеличит продолжительность действия бафа обелиска. Алтарь исцеления появится в каждом царстве. Исцеляет вас на 0 красных сердец. А просто как-то здоровье можно вас всем пополнить? Вы начинаете с дополнительным синим сердцем. Зелье... 30% шанс дополнительно излечить. Увеличивает время неуязвимости при получении урона. Оживление плюс 1. Оживление это, конечно, прекрасно. Ну давай, сюда и пойдем. Перелеченные сердца превращаются в синие. Можно. Можно ее даже улучшить. Сюда что стоит? 1. 25 и 15. Зелья делают вас неуязвимым на короткое время. Уменьшает получаемый миньонами урон на минус 0,5. Минимальный получаемый урон половина сердца. А это сколько? 50 что ли будет стоить? Так, увеличит количество дэшей. Вот, для кого-то было бы полезно, но не для него. Вероятность выпадения объектов. Да ну их нахер. Модернизированная версия мини-карты, на которой отображаются семена, сундуки и артефакты. Тоже не хватает. Ни на что мне не хватает. Шанс крита берем. Все. А, этих опять набрал. 13. Блин, да я бы сейчас на эту накопил бы. Ничего не берем пока. Поехали. Никого я не открыл? Никого не открыл. Хавгрим. Лучница. Че, берем снова его? И на Йотунхейм. А когда станут Рагнарёки доступны? Покорите Свартальхейм в режиме эксперт. Вот эту. Свартальхейм в режиме эксперт, чтобы достигнуть... Соревнуйтесь с другими игроками и достигните высшего уровня Рагнарёка. Сравните свои боевые достижения. Очень длинная игра, бросьте вызов страшным врагам, которые становятся все сильнее и сильнее. Докажите свою силу. А, это с другими. Я-то думал, блин. Тут разве что кошмар. Покорите это царство в режиме эксперта. А я в каком покоряю? Давай-ка, Йотунхейм. Ага, я покоряю в обычном. Враги стали еще сильнее, огромные полчища врагов. Еще больше урона. Я в себя верю. Хотя напрасно. Проклятие замораживания. Со временем вы начнете замерзать, уменьшая 10% скорость атаки, процентов перезарядка, 5% скорость перемещения. С каждым стаком согревайте свое тело, находясь рядом с кострами, чтобы снизить уровень замерзания. Максимум 5 стаков. Где костры? Вот это костры? Левел есть. Ну и сразу улучшаем.
Сразу урон, говорит, бери. Область, перезарядка, бери. Снаряд, отлично. Там один надо, один. Сейчас уже по два раза будет стрелять хотя бы. Где костры? Я хоть один костер тут увижу. Вот костры. Дайте мне пройти сюда. Ой. Здравствуйте. Так, надо идти эту брать. Где она? Вон она. Так, элитная. У нас полетела сова уже. Блин, а что-то их как-то дофига прям вот, ей-богу. Вот сейчас их дофига. Что мне с ними делать со всеми? Перезарядка, длительность. Перезарядка наше все. Да хватит меня трогать, ты дебил. Не, ну сейчас мне будет тяжело, если я сразу не побежал на эту штуку. Сейчас мне будет туда очень тяжело добежать. Че, я одну сову убил, там еще две летят? Вообще кайф. Как мне, блин, хоть что-то здесь собрать? Да капец, я их с одной тычки-то не убиваю. Они меня тупо не пускают. Попробуем еще раз. Но у них здоровье дофигища. Возможность удар новато. Так, продолжить. Не пойду я на таком режиме. Там очень невозможно, я их не убиваю. Вот, продолжить и вот этот. Сложный. Слишком я выше головы прыгнул. Так, вот, и сразу мы бежим вот к этому алтарю. Уровень. Так. Давай, R. Ударная волна. Урон, перезарядка. Супер. Урон, длительность. Да вроде неплохо. Снаряд можно мне, пожалуйста? Область. Снаряд можно, пожалуйста? Хоть один. С такой перезарядкой сейчас очень долго бить. А, ну вот, видите, она одна теперь появилась. Ну и враги вроде не такие жирные, как в эксперте. С одной тычки умирают. А мне надо бежать куда-то дальше. Не, не с одной. Жирные. Их меньше. Это элита? Это просто. Просто вражина. Мерзкая. Так, переброс. Снаряд, супер. Снаряд, супер. Перезарядка, супер. Снаряд, супер, перезарядка, супер. Длительность. Хорошо, урон хорошо. Так, подпаленные враги. Забрал. Убить. Убить! Убить, забрать опыт. А чё, с голема даже ничего не выпало? Просто обычные эти... Прогрелись. Меня пока не коцали, да? Так, длительность урон. Хорошо. Область. Снаряды. Перезарядка. Наверное, хорошо. Снаряды. Урона мало будет. Мне кажется, мне урона будет не хватать. Тут сейчас надо перебрасывать. Это последний уровень? Нет. Надо снаряды и урон. Или какую-нибудь перезарядку и урон. Ну вот синее сердце отдавайте ради вот этого. Странный камень. Похоже, что он принадлежит древней статуе. Какое-то задание надо здесь выполнять, походу, да? Связанное с этими камнями. Так, собрать остальные эти. Вот, есть что? Топор какой-то.
Старый пожарный посох. Шары куда-то запускает. Обездвижен. Так, я мерзну. Так, давай-ка. Область, длительность. Переброс. Наряды, область. Но это уже все было. Урон-то мало. Может, даже пофиг на снаряды, пусть урон будет. Это что, уже босс? Это такой элитный? Огромный. Добавляет полный контейнер с красным сердцем. Прекрасно. Сыр. Я сначала подумал, какая-то шляпа лежит ковбойская. Или типа шляпа Индианы Джонса. Вот это я не знаю, что такое. Сколько? 6. Сделай нормальное. Давай так. Урон и длительность. Дальше будут лететь. Что я больше не могу себе позволять тратить туда уровни. Там, конечно, все было идеальнее. 7 снарядов или сколько их там было. Поджог, поджог дерева. А, тут костер. Сбросить с себя все барахло. Это сейчас отодвинется, там что-то должно быть. И что это? Вот был вопрос, а что мне сделать-то надо? Ничего? Бегай, такие големы пошли. А ну это я их сейчас быстро. Я не вижу, где эти стаки набираются. Тут просто вообще по... А, вон два стака вижу. Там, там, где полоска босса. Здесь можно отогреться. Здесь надо еще и постоять, чтобы их убрать. Ну и все, вроде я тут почти все собрал. Монетки где-то там валяются. Поджечь врагов. Монетка. Надо сгонять к золотой шахте. Так, вон есть костер тут рядом, хорошо. И чё этот камень, он дальше все показывается и показывается. Как будто с ним что-то вот надо сделать, ей-богу. А чё, непонятно. Все, элитка уже отлетела. Так. Пошли к ульте. 5. Чё ж... Ах ты ж падла. Одна скотина все-таки извдарилась. Вот с этим что сделать-то, блин? Обратно его задвинуть. Обратно не задвигается. Костер нужен. Вот костер. А вот и хилочка. Так, ульта готова. Бац. О, элитный. О, оно... А, синее сердце, точно, я же прокачал. Леди Ботилд. Где-то есть. Тварь. Хватит за мной гоняться. Ух ты ж, ё-моё, я даже не успел дэш нажать. Да потому что я его вообще не использую. Ну вот, на целый хп мне вдарило. Дрянь. Ждем, пока она сейчас побежит снова так же. Ну не так. Ой, споткнулась, упала. И сдохла, кстати.
Достигните царства Гноки. Это что? Это мне подарок? Это опыт, который там был, да? Так, реликвию забрали. О, меч за 25 тысяч. Ой, за 25 золота. Атаки получают 50% шанс бросить обычную стрелу, которая наносит 50% урона оружия. Да, в принципе, можно. Даже если нельзя, все равно можно. Но шлем! Шлем! Намного круче. Получаемый урон, чтобы не по звезде фигачили, а по ползвезды. Но тут даже особо выбора нет. В вашем направлении копия, которая пронзает всех врагов. Не всегда это хорошо. Монеток уже больше не хватит. Надо что-нибудь такое взять. Вот скорость перемещения, в принципе, полезно. Но она у меня и так есть. Ой, зря я, наверное, поменял их, да? Да, конечно, зря. Дополнительный спринт. Поглощает весь урон, полученный от удара, и исцеляет вас красным сердцем. Когда он работает? Как он работает? 7. Скорость снаряда. Так, урон. Давай. Так, и что мы будем качать? Ну, ульту, ульту. Область урон. Перезарядка. 30 секунд. И длительность. Хорошо. 10 секунд. А дальше можно идти куда пожелаю. Скорость атаки. Поехали. Сразу забираем алтарь. Какие-то новые пацаны. Они достаточно жирные. Шахта тут еще не насобирала золото. Не, уже чуть-чуть есть. Опять эта штука. Могильник этот дебильный. Че это, блин? Вот сейчас хоть что-то произойдет. Ничего не происходит. Какой-то месяц нарисован. Что с ним делать надо? Все ходят его трогают, трогают, трогают. Так, пошли выполнять задание. ...350 чуваков убить за медовуху. Два пустых контейнера сердца. Это лучше, чем одно это. Давай. Ой, какие-то скорпионы пошли уже. Элитный. Два элитных. Меня гонят. Я больше там не могу находиться. Потому что я нахер замерз, наверное, да? Два стака всего. Не совсем я замерз. Потому что их дофига стало. Что-то надо прокачивать. Меч. К мечу надо идти. Так, давай-ка вот этот урон. 3R. 3R у меня еще нету. Не, ну я сейчас добью его, конечно, добью. О чем вообще может быть речь? Но мне уже потно. Было бы побольше зарядов, да, вот снарядов. Мало, мало у меня. Стреляй. Иногда приходится ждать. Левел. Собирай. Монету обязательно забираем. Вот я вернулся. 104 врага осталось. Ульта есть. Можно всех ультой и убить будет. Давай. Не вижу выхода, как еще тут быть. Да, их не очень-то сразу и убиваешь. Там... Так, а вот камень это что? Это что-то полезное. Как туда пройти? Если они не умирают, блин. А, ё-моё! Возвысить. Забыл совсем. Давай, раз, два. Мечи. 15 монет за это. Полученный урон увеличится наполовину. Урон плюс 50, давай. Да, эй. Чё, у меня 15 монет нету? Нету 15 монет. Вон монетка валяется внизу. Тут листочки.
13 секунд. Блин, как мне нижнюю монетку взять? Офигеть, тут толпа големов. Ультуй. И будем проникать. Вот монета. Вот неудобно вот так держать кнопку постоянно зажатой, чтобы выбирать направление. Почему нельзя было просто сделать, придумать мышку, да, в игру? Чтобы был курсор. Нет, блин, какую-то херню сделали. Типа ты держишь, и потом только появляется направление удара. Так, идут элитные големы. Так, но мне надо куда-то пробираться, иначе сейчас бум-бум будет. А я бум-бум не хочу по голове. Это что, босс первый? А он, походу, сейчас так или иначе бум-бум-то будет. Что я, мне тут бежать уже некуда. Так, убиваем, идем. А, нифига. Хана мне, походу, сейчас. Где монета? Забрал. Надо бежать, урон как-то увеличивать. КПшку собирать, бери. Монету свою куда дел? Ой, монету, кольцо, во. КП поднял. Сколько монет? 18. Забрать. Плюс 50% урона. Может, совсем по-другому сейчас все пойдет. Можно будет пробивать их. Так, а может мне прокачать левел? Область, давай. И снаряды еще. Но это когда уж совсем близко ко мне подойдут, мечи будут работать как надо. Собираем уже синие сердца. Так, элитные пошли снова. Но сейчас босса ждать. Сейчас что-то босс будет вот-вот. Убить этого элитку. Да умирай. Умер. Хорош. Мастер Снер. Увидеть бы его сразу. Это не ты. Это, а вот он ты. Так. Я понял, что ты та еще дичь. Но давай-ка ты отлетишь. Ах ты падла. Хватит свою херню творить. Задолбал. Походу отлечу сейчас я. Хилка! Ну да, к нему близко подходить не стоит. Левел качаем, набираем. Так, там началась опять его эта ерунда. Че, нету? Один? Один же есть, что ты не качаешь. Блин, а? Какой придурок-то? Да прекращай своей магией пользоваться, говнарь. Кусок имбецила, блин, пол сердца осталось. Сдохни, прошу. Не надо. Не надо меня убивать, сдохни. Сколько тебя еще раз просить надо? Умер. Пол сердца, да и что я с ними сделаю? Да. Наковыряли меня как надо сейчас. Ни урона не хватает, ничего. 10 монет всего. Че я могу? Подтягивает к вам опыт. Только одно использование. 25 золота. За 10 монет. Теперь у меня 25 монет. Меч священной энергии, который падает с неба. Давай. Подтягивает к вам опыт. Одно использование. Давай. Что меня еще тут может спасти? Ничего не спасет меня. Но опыта там сейчас не будет. Когда насобираю, потом можно будет подтянуть. Даже отхилиться негде.
Так, ну и чё, этот у нас улучшен, этот сюда нельзя вставлять. Вот только сюда, либо сюда. Но лучше в меч, конечно. Двойной меч, длинный меч. Каждая атака увеличивает область. Атакует и назад, но урон снижается. Пока область. Но он меня сейчас босс чисто издали избил. Чисто издали, как падаль последняя. Сразу элитка пошла, сразу ультуем тогда. Пока она своими перьями в меня не стрельнула. Сразу золото. Хилку дайте. Ульта-то сейчас кончится. Что я делать буду? Синее сердце откуда-то появилось. Да, дамага не хватает, конечно. Чтобы... Ой, целая хилочка. Супер. Ну вот мечи, может, и спасают. Сейчас, да? В упор, чтобы меня не калашматили. Вон еще хилочка одна. Мне надо здесь полностью вылечиться. Взяли. Не знаю, что ты умеешь, но я тебе что-то опасаюсь. Камень. Гоу камня. Если б меньше приходилось бы отвлекаться на дебильную, ей-богу, мини-карту. Снаряд плюс один. Хорошо, на все. Хилка. Добираем все хилки. Да двигайся ты. Ульта готова. Вот она, хилочка. Давай. Пофиг. Сейчас элитка будет. Вот она. Оно. Ну, элитки хоть тут слабые. Так, опять этот дебильный камень. Просто тупо забрали у меня какую-то хорошую вещь, поставив этот камень. Типа, пойми сам, что делать. Нифига ты четкий. Ты что такой четкий-то? Умер. Во. Типа, разберись сам. Все, она не открывается и... Непонятно. Так. Давай-ка в топоры. Вот это у меня не разблокировано вообще. Но вот топоры — это самое ничтожное тут. Капец. Полный ужас вообще. Ой-ой-ой-ой-ой, врезался! Элитку забирай. Ну зачем ты вдарился-то об него, господи? Ульта-то есть, если что. Надо ультовать, иначе они меня уже зажали. О, идет этот хрен опять. Надо, чтобы он больше так не смог сделать. Хотел до алтаря дойти, не дали. Там вообще пусто вон. Есть 6R. Длительность. Там вроде все нормально. Перезарядка и урон был. О, еще хилочка. Спасибо. Ну вот так, в одну сторону бежать. А тут сейчас уже босс, он финальный будет. Что-то подзажимают опять. Не, ну мечи в упор нормально работают. Нормально. Давай опыт собирай. И опять мальца забыл, что это только рядом с тобой собирается. Давай, перезарядка, урон, снаряды. Кайф. Сейчас еще и топоры будут фигачить, да? Где мой снаряд? Ультуй! Больше опыта собери. Хилку.
Все, полностью здоровье не вылечил. Мы идем к боссу. И такое. Это опыт. Не знаю, что это. А хилку нельзя было дать? Ну вот за 15 что-то эпичное. Это что-то эпичное мне может помочь. Либо броню, я ее даже не качал, либо вот этот световой меч, либо ботинки, я его даже, их даже не качал. Вероятность эффекта. От брони урон. Но они только кто возле бьет. Тогда придется меч, наверное. Или перерол, кстати. Перерол, почему нет? Ну вот топор хотя бы. Хотя бы топоры. Давай что-нибудь другое. Перезарядка. Скорость атаки. Ну, забираем это все. Что я могу сделать? Хилок тут не дают. Драться здесь нельзя. У меня какая-то вон фигня. Брелок какой-то, что он дает, тоже непонятно. Где-то что-то... Где описание? Нет никаких описаний. Я не знаю. F. Настройки реликвии. Прицеливание вручную. А почему выключено? Это где-то можно поставить, что ли? Перерол. Ольга, повысь информацию. Учебники. Кристаллы. Ручной автоприцел. А мы... Мышки-то там нету. Это понятно. Бред. Я должен одолеть его. Блуждающее пламя кого-то там где-то. Опа. Ну, здесь скорость бега работает на меня. Топоры тоже работают на меня. Так я его могу в упор ковырять. Быстрее бью. А стрелять в этих... А, еще много кубиков создаешь. Ты че, гад? Ты че такой подонок у нас? О, хп нету. Так. Да эти детские игрушки ты... Своим детям и оставь. Давай. Пора тебе огребать по полной. Все. До свидания. Изи! Сложный. Пройден. Открыт эксперт. Ой, по-моему, я персонажа открыл нового. Вот это слишком легко. Делать чуть сложней, слишком сложно. Чтобы завоевать мое доверие, вы должны купить у меня... А, покупки у него совершать. Талькор. Получите 2 полных зеленых сердец за один забег. Как их получить? Освободите вражеских теней. Убейте, наверное, вражеских врагов. 100 тысяч. Завоюйте Нифельхейм в режиме сложный или выше, имея полных ледяных сердец. Нифельхейм. А, я понял. Нифельхейм сложный, мне надо пройти, чтобы открыть эту шмару. Найдите затерянную могилу Ванальхейм. Помашите рукой. 3 на уровне сложность. А, вон я 2 раза нашел. Это вот эти и есть могилы дебильные, которые сейчас были. Ванальхейм. Ванахейм. Блин, Нифельхейм. Это где заморозка? Я сейчас и прошел на уровне сложные, имея полных ледяных сердец 1. А я не знаю, что такое полное ледяное сердце. Там стаки копятся, но это не ледяное сердце. А где ледяное сердце собирать? Черт пойми. Ладно, ребят, продолжим мы проходить уже в следующей серии. Ну а если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видосики. С вами был Фибоначчи, и пока. Пока.